Всем привет, ребята! Вы на канале Адейка Рафаэлька. Это микроскоп. И это моя мечта. Это так круто! Вот, ребята, как он выглядит. Восемь плюс. Как раз тебе 8+. Вот так. По возрасту, значит, уже положено. Я уже там что-то начувствовала. Ребята, давайте начнем с вот этого. Круто, скажу тебе я. Это щипчики. Ой, наверное, брать какие-то... Давай на этот ложить, чтобы мы видели, а то мы сейчас на паласе потеряем. Две колбы. Палас густой. Две колбы. Это что такое? Это я не знаю. Печать, наверное, ваша. Вы же теперь научный сотрудник какого-то института. Аделька Рафаэлька. А здесь у нас что? Стеклышки запасные. Там же было написано снаружи. А, да. 800, 600, там что-то такое. И вот наш микроскоп. Нет, ты его на вот эту поставь. Зря ты его отшвырнула в сторону. Да, вот. Вот наш микроскоп. Смотрите, теперь что Аделя будет пытаться делать? Давай. Там что-то пусто. Ну, пусто. Стеклышки, наверное, надо устанавливать. Я так думаю. Папа у нас остался пока на улице. Так. Я тут подправила. О, средняя часть. Она тут двигается. Ну да, ты же можешь ложить больше, меньше какие-то вещи. Давайте берем стеклышко. А кто можно выглядит... посмотреть яблоко в разрезе или лучок в разрезе, наверное. Давай я тебе принесу маленькую луковичку. Хорошо. У нас, да, Адель, образ поменялся. Вы что-то заметили, да? Да, мы заметили, здесь у нас олененок теперь. Я тут уже приклеила эту штуковину, пластинку. Угу. Вот мама мне ее открыла. Угу. Папа, наверное, ты будешь нужен, далеко не уходи. О, вот такой кусочек примерно. Вообще у тебя есть это, пинцет для этих дел. Микроскоп дело тонкое. Нос будет мешать, наверное. О, олень куда нырнул, заметили? Что-то ничего как не видно. Ну-ка пусть папа сделает. Папа. Ты теперь, а что ты рога поснимала? Сейчас все будет. Носик я сниму, он не мешает. Теперь я олень. А ты нам пока в другое покажи, пусть папа пока вот настраивает там. Специальные колбочки. Куда ты в него воткнулся? Вот специально такие вот колбочки. Для этих специальных штук? Нет, ты нам хотела снежкоделы показать. Снежколепы какие-то там. Олени рога. Не очень удобные они, конечно, но прикольные. Так, будем кому-то зуб вырвать. Вот это да. Давай. Это можно бегемоту вырвать зубик. Или слону. Да. Или акуле. Это вообще снежкодел, как говорится. Вот этикетка тут стоит. Угу. Мы взяли специально с длинными ручками, чтобы руки не намокали теперь. А тут там была вот такая где-то. Да. А еще какие-то ленточки понабирала себе там. Вот такая ленточка. Сейчас я возьму. Мы в экран не видим тебя. Угу. Сейчас ты что хочешь с ними сделать? Что хотела? Хотела на елку сделать бантики. Да, Аделя хочет сама попробовать налепить бантики с клеевым пистолетом. Ребята, это не деньги. Это салфетки. Серьезно. Я решила их на Новый год использовать. Так это так круто. 100 и 500. Евро, евро. Тут написано евро, 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 евро. Подарите мне одно 500. Я по-серьезному. 500 евро подарите мне. Да, это какие-то сосульки, гирлянды мы купили на Новый год. Вы спросите, что это такое? Больше, чем мое лицо. Рога видно? Видно.
Короче, води ее. Да, прошлом... Садишься и по снегу катаешься. Да, мы купили не пластиковую, а такую вот более утепленную с пластиковым. В прошлом году Аделя немножко приболела у нас. Да. Теперь мы пластиковые каталки не берем, а вот такая штучка нашлась, да, хорошая? Да. Здесь она такая клеенчатая. Еще здесь остались только для девочек. Тепленькая. Наверное, мальчики берут какие-то большие, наверное, каталочки. У нас сегодня как раз вот собирается то ли снег, то ли дождь, то ли дождь. То ли что-то не поймешь. Давайте посмотрим, что здесь. Папа ушел вместе с микроскопом и с концами. А, это же наклейки. Какие? На что наклейки? На микроскоп? Наверное. Ну, где твои аннотации? Ты что-то, наверное, да, наверное. Может, у тебя в аннотации можно что-то почитать? А какие в аннотации? В инструкции. А инструкции здесь нет. Не может быть. В каждой технике что-то бывает. Значит, на самой коробочке написано. Есть наклейки. А, вот здесь вот. А что это? Это вот стеклышко это там, да? Стеклышко. А, это увеличительное стекло. Как это увеличить? Ну, наверное, делает больше-меньше. Возьмина так же, только помутнее. Но ты не теряй эти стекла, это важные стекла как раз. Без стекол она тебе не покажет микроскоп. Ребята, папа куда-то ушел, там что-то делает. Крышку оставил. Ну да, если ты объектив замораешь на микроскопе, он уже будет ложные эти тебе показывать. Какие-то другие налепленные от твоих рук. Микробы. Смотрите. Вот ты возьми вот эту, отлепи, вот здесь внутри есть пленочка, и вот ты можешь пленочку рассмотреть, какая она красивая. Нет, там внутри пленочка есть. Маленькая пленочка, как стеклышко. Вот ее надо отлепить и налепить на микроскоп. Видишь? Вот отлепливай ее. Она такая тоненькая, как микропленка какая-то. Блин, ее даже не оторвешь. Оторвешь. Она между каждой прослойкой луковицы сидит, что интересно. И она увидишь, что такое мелкие-мелкие вот эти вот деления там. Да-да-да, ее теперь на стеклышко прилепи. И вот ее увидишь, как раз вот такие вещи на микроскопе можно смотреть. Вообще ты должна не стеклышко руками трогать, а вот это то, что ты лепишь. Щипчиками ложить. Угу. Вот теперь ты настоящий химик, олень. Олененок-химик. Такого в истории еще не было. Вот так мне получилось. Вот сейчас папа принесет тебе микроскоп. Папа, ты что, его разобрал? И собрал, что ли? Что он так долго? Батарейки должны поставить. Ого. Батарейка. Ну, надо вот этим. Наведи ей сам, а то она еще не умеет. Капец, как круто. Что-то видно там? Да. А вон она, пленка. Дай папе луковицу лучше. Пусть папа... Вот это яблоко не очень будет видно. Луковичку давай. Погоди, погоди. Ей это еще... Нет, пускай лежит, как лежит, ничего страшного. А для чего разные стекла? А, чтобы брать разные, чтобы там... Смотрите. Оставалось. Папа. Ну, подожди, папе самому интересно. Да, мне интересно. Ну, так он настраивает тебя. В нем тоже, видимо, химик какой-то спит. Да. Что? Что? Красота? Что там? Так вот на воде. Что там? Ну скажи, дед, нам же. Это какие-то маленькие, будто мелкая колбаска. Дай посмотрю.
Мы теперь смотрим волос человеческий. А, вот он. Ты сначала стеклышко положи, а на него потом положи. Делаю его поменьше, чтобы можно было его положить. А? Пальцы не видно. Туда разве можно пальцы сувать? Сейчас теперь они все жирные же. Да, нет, это... Наводи. Наводи, потому что он все поперетыкал уже. В другую сторону или... Видно? А? Здесь нет ничего. Сейчас прилепишься к волосу. Ну, в общем, как-то так. Да. Давай теперь, что тебе все, больше нечем делиться сегодня с детками? Нет. Так, всем, ребята, пока. Пока-пока. А можно олененком попрощаться? Всем пока, ребята. Пока-пока. И подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока.